Там время близится к вечеру, мы сидим в Борисполе, сидим. Так, а сколько там натикало? Ух ты, так уже 7:22, мы в Борисполе сидим, а нужно сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и очень удачно сел где-нибудь в Дубае. А там еще немного и на пляж. Так, ну что, нужно бежать, да? Опа, не понял. Брейтлинг, что ли? Другого не держу. Золотой? Ну, не железный же, естественно. Так я не понял. А ты же вроде бы безработный. А где ты видел, чтобы работающие зарабатывали на такие девайсы в вашей стране? Ну да, а что, у нас уже справедливость восторжествовала, да? Не все, а только депутатам, судьям и прокурорам, ну, и безработным кое-что перепадает. Да, как говорится, в этой стране надо либо грабить, либо делать революцию. Третьего здесь нет. Так, больше понятно. Здесь нечем заниматься. Так. Ну, либо по приглашению и от имени, и по поручению Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов. Меня, как почетного гостя, пригласили в Дубай посетить. Так, понятно. Городок. Так ты устроился на хорошую работу? Я еще раз говорю, на хорошей работе люди по таким странам не ездят. Понятно. Они работают. Понятно. Намек понял. Пусть русские работают. Работать в Украине — это себя не уважать. Тем более, да, в такой праздник, как сегодня, да, Пасху, работать грех. Даром за амбаром. Понятно. Но я тоже хочу. Ну, становись безработным. А Козлевичу? Да. А у нас все пенсионеры в Украине — это коллективный Козлевич. Ну, вот так вот всегда. Одним все, а другим пенсия. 40 евро в месяц. Вот так и живем. Что, сверим?